Очередная вылазка на Судака. Судак в этом году очень трудовой. И не всегда удается что-то отснять. Но в этот раз вроде бы немножко получилось. Вот два зачета лупанул в течение 5 минут. А так... Долго не было. Малыши, малыши, малыши. Потом сразу бах, 47 и 49. Вот пошли сейчас поклевки. Поймал 3 малыша и 2 зачета. В течение 40 минут. Сейчас немножко притихло. Рыба гуляет по кругу. Два раза получили и прыгают. Значит, сейчас будет поклевать. Палочка Хайрон Зетрикс. Очень чувствительная, легенькая, приятная палочка. Надо будет взять еще одну пожестче. Здесь кончик немножко такой. Чересчур живой. Это для 21 грамма. Может, еще один зачетик? Нет. Малыш. Малыш. Опа. Малыш. Малыш. Я чувствую, глаза выбивает. Опа. Отправим рыбку, стопорочек и вперед. Ну, спасибо за поклевку в онлайн режиме. Так, и вот так рыбочек. Попробуем отсюда провести. Сзади Владик стоит, курит. Ракушняка. Начинаю немножко
цепляться. Тут иногда такие паузы даешь. В этот момент так. Есть рыбка. Вот уже три красавчика. Хорошая четкая поклевка. Правда, не пробил я хорошо его. Крючок мог вытряхнуться, был в мягкую ткань загнан и мог вырваться, в принципе, спокойно. В этот раз поклевки прекратились гораздо раньше. Потом мы заметили, что зашел тюлень и стал гонять рыбу. И рыба просто-напросто исчезла. Поэтому чуть пораньше сегодня рванули и поехали домой. Скольки ты вчера ловил? 10 уехал домой. Мне до 2 часов надо было в магазин съездить, забрать приманки. А вы делали, блин? Один в один, блядь, по цвету.
44, блин. Последний судак обрезал мне руку. И я думаю, это с него кровь идет, а это, оказывается, с меня идет кровь. Пришлось сейчас заниматься не ловить, а останавливать кровь, лезть в аптечку, искать фломастер. Вот, друзья начали звонить. Лентяи. Алло. Здорово. И пришлось холодно на улице, кровь не останавливается. Опа. Есть, блядь. Есть. Еще один. Ну не знаю, сейчас. Да, вроде зачем. Может поменьше, чем эти. Никого, я один. Да кайф. Нет, маленький. Где-то 40 с чем-то. Опа. Зараза, что с рукой делать, не знаю. Блин, так обрезал большой палец, как с кабана лилось. Ну, я замотал, блин. Я в аптечку полез, нашел пластырь, сделал этот, но не знаю, там остановится, не остановится. Хрен его знает. Вчера вообще никак не клевало. Видишь, а сегодня вот приехал, Влад сейчас будет психовать, потому что, ну как психовать, расстроиться, потому что вчера ничего не было, а сегодня он хотел поехать, говорит, ладно, поезжай, к скольки там будешь, я говорю, ну не знаю, к 8 уже буду 100%, а Эгил уже прилетел, и я думаю, может они сговорились вдвоем, стартануть пораньше меня, займут две точки и все, мне некуда встать. Да, что я поеду, у меня других вариантов нету. Потом морозы начинаются. Да. Ну, нормально. Дай бог, чтоб не последнее. Тут сейчас солнца вроде бы не будет. Я так смотрю, дымка такая хорошая. В принципе, это и надо, понимаешь? Что-что? 20-е не ставил еще. Надо бы поставить, конечно. Но я думаю, те же самые будут клевать. Просто сходов может быть больше. Тут-то кабанов нету таких, чтобы на 20-й клевали, понимаешь? А этот размер как раз им такой, какой нужен. Понимаешь? А большой может и где-то промахнуться. А время ограничено. Вот поставлю, когда клевать перестанет. Вот такие пироги. Бомблю, стараюсь. Давай. Угу, давай, пока. Ну, будем клевать. Вовка всегда звонит. У меня всегда поклевка во время его звонка. Вчера у ребят здесь было очень плохо. Им несколько поклевок малышей. И потом вышло солнце. Пришел тюлень. И рыба практически не кормилась. Сегодня я приехал. И можно сказать, что... Сейчас 8:02. Да, где-то без 15:08 первая поклевка. И 52 сразу. Четкая, хорошая поклевка.
Значит, настроение у рыбы хорошее. Надо будет работать. Стараться ее соблазнить. Надо чуть-чуть отойти от берега. Терпеть надо до самого конца. Под самой лодкой иногда ловит. Ну вот, пожалуйста. Первый красавчик пришел. Хорошая рыбка. А время еще не должно клевать. Опа. Время еще не должно клевать. Где-то за полтосик. Такой. Такой за полтосик. Тихо. Опа. Ну-ка. Тихо, родной, как же тебя извлечь? Отдай. Вот. Так, тихо. Тихо, мой. Опа. Красавец. Больше полтинник. Замеряем. Да, 50. 51 или 52 даже. Так. Бросаем тебя, парень. Достаем анализатор. Есть. Походу зачетик должен быть. Под лодку не идем. Опа. Красавчик. Он начал брыкаться. Его в лодочку раз. Опа. Красавчик. Опа. Так. Это, по-моему, еще один 52-й, судя по всему. Сейчас замерим. О, это где-то 53-й приблизительно. Тихо. Вытираем. И продолжаем. Йо!